Здравствуйте, дорогие. Шаббат шалом. Шаббат шалом и карим. Мы находимся в книге Левит в недельной главе Цав. Анахну нимцаим бесефер ваикра парашат шавуа Цав. Те, кто постарше, конечно, помнят, что наши мамы всегда говорили. Мишу ютер мавугар мейтану зохрим эха има шлемета омерет. Кушай с хлебом, а то не наешься. Тухаль бияхад им лехем, ахарет тишер аев. Наш Господь тоже очень любит хлеб. Элоим шалану гамму эв лехем. Хлеб всегда должен был лежать перед ковчегом Завета. Алехем тамид эа цех льот бен имца ля дарона брит. И мы поговорим о хлебной жертве. Ванахун дабер ала курбан шела лехем. Это великая святыня. Зе акодеш агадол. Ее вместе с первосвященником могли кушать только ее сыновья. Веяхад им акоаним рак абаним шлем эхлу лехол эдзе. Левит 6, глава 18. А все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роде вашей и жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится. В связи с этим стихом мы сразу вспоминаем историю о том, как это постановление было нарушено. Когда Давид спасался от Саула, разгневанного, он фактически стал предателем своего царя. Обманул первосвященника. Сказал, что у него есть невероятно срочное задание от царя. И он со своим отрядом даже не успели взять еду. И нет ли чего-нибудь перекусить? И что же тогда? 1 Царств, 21 глава. ואנחנו קוראים במלאכים א', פרק 21. Дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов приложения, которые были взяты от лица Господа. אנחנו רואים שהכהן הגדול הביא לו את לחם הקודש. Я знаю, что некоторые комментаторы Танаха, ואנחנו יודעים שפרשנים מסוימים של התנ"ך, считают, что Давид имел право кушать этот хлеб. שלדוד היה את הזכות לאכול מהלחם הזה. И убедительно защищают свою позицию. והם מגינים על, על דוד ועל העמדה שלו. Не будем с ними спорить. אנחנו לא נתווכח איתם. Это, собственно говоря, и не важно. זה גם לא חשוב כרגע. Потому что у нас есть на этот счет... כי יש לנו משהו בקשר לזה. Мнение одного молодого раввина из Нацерета. יש לנו את הדעה של הרב הצעיר מנצרת. Которые думают по-другому. Ашер хошев ахерет. Почитаем. Евангелие от Луки 6.3. Лукас вав шалош. Иешуа сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Когда он вошел в Дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел с ним, и бывшие с ним». То есть Иешуа совершенно уверен, что первосвященник нарушил закон. Иешуа омер, шекоэн агадол аса машу негед ахок. И фарисеи, кстати, с ним не спорили. Ваапрушим ло итвакху ито. Мне кажется, что вся история наполнена очень глубоким пророческим смыслом. Лидаати кол асипур азе мале бе машу мод невуи. Ведь за Давидом гнались. Ки ахарей Давид ратфу. Царь, которого он оставил. Ваамелех шу ивкир. И священник, накормивший его, погибнет за свою доброту. Его казнят. Царь Саул сказал священнику: «Вы помогли тому, кто меня предал». Вы фактически меня предали. Наказание смерти. Господь Иешуа отдал нам хлеб благодати. Он отдал нам это лехем шела хесед. Хлеб своей жизни. Лехем шела хаим шело. Хлеб жизни. Лехем ахаим. Собственной жизни. Лехем шела хаим отцмо. Который делает нас святыми. ודרך הלחם הזה אנחנו מתקדשים. Потому что в нашем стихе написано. כי בפסוק שלנו כתוב. Все, что прикоснется к хлебу, осветится. כל דבר וכל מי שיגע בלחם הזה יתקדש. Спасает нас недостойных. וזה מציל אותנו אלה שלא רואים. Нас, находящихся в бегах. אנחנו אלה שנמצאים במנוסה.
нас оставивших своего царя. אלה שעזבו את המלך שלהם. Ишуа помогает нам предателям. וישוע עוזר לנו, הבוגדים. И получает за это смерть. ומקבל על זה עונש מוות. Да, царь Саул не очень симпатичная фигура. מלך שאול הוא לא דמות симпатит. Но мы же говорим сейчас об образах, а не о конкретных людях. אבל אנחנו מדברים כרגע על דימויים ולא על אנשים ספציפיים. Царь Давид бежит от злого царя. המלך דוד בורח מהמלך רע. Мы бежим от нежного, любящего и доброго. ואנחנו בורחים מלך שהוא טוב ואוהב. Тем позорнее наше бегство. והמנוסה שלנו היא גם מביאה איתן את הבושה. Ишуа спасает нас ценой собственной жизни. וישוע מציל אותנו במחיר של חייו. Он дает через хлеб прикоснуться к сущности Господа. ודרך הלחם הזה הוא נותן לנו לגעת באלוהים עצמו. Достойны этого? אנחנו לא רואים לזה. Совершенно нет. אנחנו ממש לא רואים לזה. Священники, кормившие Давида, погибли. הכהן הגדול שהכיל את דוד מת. И наш священник умрет. וגם הכהן שלנו ימות. Нельзя давать хлеб тем, кто его недостоин. אסור לתת את הלחם למי שלא ראוי. Он дал и заплатит за это. Он дал и заплатит за это. הוא נתן את זה וישלם על כך. Потому что в законе не изменится ни одна точка. כי בתורה, בחוק, שום דבר לא ישתנה. А он изменил его ради нас грешных. והוא שינה את זה בשבילנו החוטאים. И заплатил за это своей божественной кровью. והוא שלם על כך בדם הקדוש שלו. Но мне кажется, что рассказ о хлебной жертве будет неполным, если мы не вспомним еще об одной жертве, которая тоже отражена в нашей главе. Итак, Давид, как мы помним, оказался не только без еды, но и без оружия. И священник вооружает будущего царя. וגם הכהן נותן נשק למלך העתיד לבוא. Он дает ему меч. הוא מביא את החרב. Это лучший меч в мире. זה החרב הכי טוב בעולם. По словам Давида. על פי דוד. Нет ему равных. שום דבר לא משתווה אליו. Знаете, для нас традиционно. על פי המסורת שלנו. Меч означает слово Божье. החרב זו דבר אדוני. Но я надеюсь, Господь меня простит, если я его использую немного в другом образе. Вы, наверное, все представляете себе меч. Это определенная грань режущая, как бы, которая является оружием. И какая-то небольшая грань сверху, которая защищает руку. Но если мы напряжем свое воображение, мы в этом образе увидим еще кое-что. Распятие. Тема хлеба может быть очень обширной. Какая-то удача, везение, дары Духа Святого. Чудеса, все что угодно. Но если ты не вооружен мечом распятия, то это все будет пшик. Шум давал азолаха. И скоро начнет действовать не на добро. Зарак язык лаха. Есть хорошее выражение. Есть питгамы суям. Счастье – это умение забывать плохое. А ошир у лишкоах это ра. В таком случае несчастье – это умение забывать хорошее. Вегамэйфах азэ, а ум лалут зэ, а шухахим это то. Чудеса забудется. אנחנו נשכח את הניסים. Хитрый разум постарается убедить тебя. המחשבות הבשריות שלנו ישכנו אותנו. Что это было давно и неправда. שכל זה היה מזמן וזה גם לא נכון. Хлеб символ полного насыщения. הלחם הוא ממלא את כולנו. Но без меча распятия Машиаха. אבל בלי חרב הצליבה. Который нас защищает. אשר מגן עלינו. Мы не сможем долго пользоваться этим хлебом. אנחנו לא נוכל לאורך זמן להשתמש בלחם הזה. Ишуа на самом деле всем помогает. Ишуа עוזר לכולם. И неверующим тоже помогает. גם ללא מאמינים. Он Иуда Искариоту помогал. הוא גם עזר ליהודה מקריות. И то, что ты сейчас чувствуешь свою удачу, ואם אתה עכשיו מרגיש בר מזל מסוים, еще не гарантирует твоей победы.
זה לא אומר שאתה ניצחת. ведь кроме его жизни, כי גם מחוץ לחיים שלו, тебе нужна еще его смерть. אתה צריך גם את המוות שלו. его распятие. את הצליבה שלו. только оно гарантирует твою полную победу. רק זה האחריות של הניצחון המוחלט שלך. разделить не только его радость. לא רק לחלוק את השמחה שלו. но его грусть. אבל גם את העצב. скорбь. וגם את הצער. Господь мне столько всего сделал. ואלוהים עשה כל כך הרבה. и продолжает делать. הוא ממשיך לעשות. а как я это использую? ואיך אני משתמש בזה? разве мой характер стал намного лучше? האם התכונות אופי שלי השתפרו לטובה? как я распорядился полученными талантами? איך אני מנהל את המתנות שקיבלתי? что я сделал, чтобы поделиться этими с людьми? מה אני עושה בשביל לחלוק את זה עם אחרים? знаете, мне так стыдно. אני מתבייש. я ввязывался в какие-то споры тысячелетнем царстве. אני נכנס לליקוחים מיותרים. о том, что значит выражение не варить козленка в молоке его матери. נכנס לליקוחים על כשרות, מה זה אומר, אל תבשל גדי בחלב אמו. знаете, какая разница? מה זה משנה? какая вообще разница? מה זה חשוב בכלל? если кому-то хуже, чем мне, אם מישהו מרגיש יותר רע ממני, а меня это никак особенно не трогает. עליי זה לא משפיע. и какая разница, правильно у меня теология при этом или нет? מה זה משנה אם התיאולוגיה שלי נכונה או לא נכונה? ведь людям тяжело, они страдают. כי לאנשים קשה, הם סובלים. знаете, написано, что мы должны распяться Машиаху. אנחנו צריכים להידמות למשיח הצלוב. я себя чувствую распятым ему. ואני מרגיש לפעמים כמשיח צלוב. ну не совсем так, как принято об этом думать. אבל לא כפי שמקובל לחשוב עליו. мне отведена гораздо менее почетная роль. אני מקבל את הכבוד הפחות חשוב. я один из разбойников, распятый с Господом. אני אחד הפושעים שתלויים על הצלב ליד המשיח. мне есть чем гордиться. אין לי במה להתגאות. я в лучшем случае чего-то не испортил. максимум, מה שעשיתי, זה לא קלקלתי משהו. что мне делать? מה עליי לעשות? что нам делать? מה עלינו לעשות? как мы можем оправдаться, да и чем? איך אנחנו יכולים להצטדק או במה? единственное, что дает какую-то надежду на спасение, דבר היחיד שיכולים להביא את הישועה המובטחת, спрятано в нашем стихе, который мы сегодня читаем. זה נכבה בפסוק שלנו היום. все, что прикоснется к нему, осветится. כל דבר שהוא יגע בו יתקדש. мы не всегда можем прикоснуться к нему нашими физическими руками. לא תמיד אנחנו יכולים לגעת בו בידיים הפיזית שלנו. ведь они прибиты гвоздями зависимости. כי הם תלויים עם המסמרים בתלות שלנו. к дереву позора и проклятия. איפה שהקללה נמצאת. ну просто увидьте его. אבל אנחנו יכולים פשוט להסתכל עליו. просто посмотрите. он же всегда рядом. תסתכלו, הוא תמיד נמצא לידינו. он так же распят, как и ты. הוא גם צלוב כמוך. посмотрите на него. תסתכלו עליו. мы не сделали ничего, чтобы заслужить его прощение. אנחנו לא עשינו שום דבר שראוי לזכות בסליחה שלו. и все-таки посмотрите. אבל עדיין תסתכלו עליו. и скажите. ותאמרו. помяни меня, Господи. שפוך את החסד שלך עליי. когда придешь в царствие твое. ותיזכר בי כשתגיע למלכותך. он посмотрит на тебя с добротой и любовью. ואז יסתכל לך דרך האהבה שלו. и скажет. ויאמר. истинно говорю тебе. ныне же прибудешь со мной в раю. אשר אומר לך שאתה תהיה איתי בגן עדן. будешь со мной. אתה תהיה איתי. ты мой. ואתה שלי. что еще надо услышать? מה עוד אתה צריך לשמוע? очень вас люблю, дорогие. аминь. אני אוהב אתכם מאוד, אמן. аминь.